There was a thing in the woods. But once a year, it left the woods to feast on us. Then one year, out of the woods came nothing. Это про то, что не было Дертайда. Наверное. Another year passed, and another. Over time, we forgot our fear. And turned our backs on the dark. Тупо мужик за все комьюнити выражает эмоции. Slivers of the mad moon hang forgotten in our sky. Slowly aligning. It is time again. The tide rises. And brings with it something dire. Крутяк. Они сами себе застебали, что они 100 лет его не делали. Вау. Suicide Squad! Attack! Bang! Вау. Что за крутотня? Восстание тьмы, детали ивента. Да придет Рошан. Сезонный режим с командой противника можно больше тянуть к концу раунда. Верх 3 раунда считается победителем. Правило. Собирайте тянучки, время не ждет, убивайте крипов, получайте грявольские тянучки. Герой роняет конфеты после смерти, торопитесь, наполните ведро. В домашнее ведро сбрасывать, но бойтесь хитрости врага. Если разрушить конфетный колодец, то могут обобрать вас дочисто. Ага, то есть можно прям что-то в крысу делать. Кормить чудовищ, не дайте Рошану голодать. Скормите ему тянучки, чтобы недолго успокоить, но берегитесь, оставив голодным, научить на себя смерть, на союзников жесткое проклятие. То есть от него надо будет откупаться. Так. Внуренная сокровищница открывает с ключом Дартайт. Ключ содержит одно 60 чудесных творений. Каждый предмет можно купить, продать и заменить, не выходя из игры. 0 сундуков. 1 ключ 192 рубля. Так. Разряд наборы, набор с эффектами Immortal, Immortal наборы. Эмблемы. О, это как аегисная прям эмблема. Ну-ка, что тут вообще есть? Алхимик. Бестмастер. Бладсикер. Бристл. Бруда крутая прям. Вау, какая волшебница. Тракса прикольная, мне нравится. Энигма. Ну, блин, такой же, по сути, как был. Тэтчис-то есть, нет? Минера мне давайте. Джиггернаут. Красивый, крутой прям. Слушайте, красивые сеты. Это вообще страшное чудище какое-то, просто нереальное. Мипарь. Их можно отдельно купить, правильно получается? Набор, подробности. Так, давайте, полистаем пока еще. Нага. Ох, какой некрофос. Крутейший. Никс. Оракл крутой. Сеты топ. По-моему, сеты просто нереально крутые. Они прям супер атмосферные. Фантом Лансер. Феникс, правда, немного не выделяется. Какой бучара. Жесть. Чисто кота сделали. Столько же здесь сетов-то, ё-моё.
СФ какая-то дичь единоглазая, циклопистая. Очень круто. По-моему, нереально крутые сеты, если честно. Это наборы все без эффектов, если я правильно понимаю. Они все без эффектов. Undying топовый. Топовый Undying. Музыка крутая еще, мне прям нравится. Блин, я впервые вижу, чтобы мне нравились реально сеты. Они все реально крутые. Прям вот они без вопросов все крутые. Антимаг. С эффектом. Как его посмотреть? Что за эффект? Так что ли как-то? Ну-ка. Как-то так что ли? Я низвергну всю магию. Получай. А что за эффект-то, я не пойму. Приготовьтесь к битве. Так, максимальный уровень. Ничего не понятно, что за эффект, какой, куда добавили? Визуальный эффект, какой, я хз. Так, ладно, смотрим дальше, что тут есть. Следующий экран, визуальные эффекты. Жесть, на чучеле гоняет. Очень жесткий Франкенштейн, прям нереально крутой. Эффекты, особые эффекты, моделька. Коги вот так вот выглядят. Просто дичь. Вот это они подготовились, конечно. Вот это я понимаю, контент подъехал. Я просто представляю катку, где все вот в этих сетах. Это же просто нереальное что-то. Вау. Какая топовая энча. Ё-моё. Просто топ. Офигенная. Офигенно стилистическая, стилизованная, не знаю. Ну вот это что-то, конечно, чудище, чудило какое-то. Марс. Тоже похож больше на себя из обычного. Вот прикольно тоже какой-то весь такой криповый в клеточке. Кого надо убить? Ну Рики на себя не похож. Минёрыч. Вау, сова сзади, такая мудрая, такая типа. Чё это вообще происходит? И совёнок, и чё? А почему это не сова? Это с бородкой. Они типа наделись, ну типа это маскарад получается, правильно? Вот судя по этому, типа он же не может быть как бы этот. Как красиво, мне нравится. Подождите, так, вот здесь мы точно будем разбираться, чё куда. Какая табличка топовая, ну-ка. Ракетница. Короче, это полный прям этот. Полный набор. Ну-ка, подождите, а что за минка? Ну-ка, погнали. Ну-ка, погнали. Слушайте, минер, по-моему, вообще топовый. Я правильно понимаю, что я могу его отдельно купить? Так. Максимальный уровень. Подождите. Можно в сети там пробовать, или как это работает? Так, подробности. Опробовать. Я туплю? Наверное, да? Подробности снаряжения. Так, подождите, ну давайте купим, хорошо. Купить, допустим, нажимаю. Торговая площадка у меня, правильно? Предмет никто не продает. То есть надо это все открывать, парни. Это все нужно открывать будет. Так, ладно. Еще раз смотрим. Я к нему вернусь. Террор Блэд. Крутейший просто самурай. Просто топовый. Какая-то оса крутая. Слушайте, какая тут везде красота. Это просто что-то нереальное. Я хочу играть на Варлоке, у меня новый синутер, забейте вообще. Иммортал предметы. А вот эффект способности. Фига там щупальца, конечно, залетают. Так, Гримстрок. На него масочка, видимо. Красиво. Красиво.
Я вам загораживаю, интересно, эту штуку или нет? Я вам ее загораживаю. Сейчас, секунду, подождите. Стопэ. Вот сюда залезем. Короче, вот так Гримстрок работает. А вот так работает Бэйн. Пожирает. Так, Марс. Специальный щит. Фига. Красиво. Ага. Замедло вот так вот отображается. Как цепи получается, которые тянут обратно. Все? Да. Смерть от моих рук. Так, фантомочка. Красиво. Красиво уходит в инвиз. За дом. Вау! За волшебная шляпа. Слушайте, крутые, крутые предметы. Офигеть, какая связка. Он языком? Офигеть, как этот, как... как их зовут-то? Хамелеоны, по-моему, так делают, хз? А у этого что? А, Solar Rip, новый эффект. Ну, такое, мне кажется. О-о-о-о! Какой-то космодесантник, жесть какая. Все изменили вообще. Эту шнягу надо покупать, я хз. Я не знаю, конечно, сколько мне надропается этого всего. Сколько надо купить, чтобы это все надропало. Но это все настолько круто. Нереально просто. Просто нереальный топ. Тьма хранит меня. Ульта переработана. По-моему, и пассивка переработана. И бабку переделали. Фига турель просто. Просто какая-то турель. Жесть. Очень круто. Ну и вот эти вот хамелеонницы. Топ. Это топчик прям. Тут вообще без вариантов. Бескомпромиссный топ. Так, что у нас дальше-то? Смотрите, все оформление, все вот это переделали. Так. Детали ивент. Короче, что посмотрели, ежедневный бонус. 15 очков восстановить мы за победу в режиме. Так, тут меня пересылает на сайт. Меня пересылает на сайт. Давайте сайт посмотрим. Так, что мы имеем? Восстание тьмы. В лесу что-то пробудилось. Приготовьтесь к особому событию в Dota 2. Рошан покинул свою пещеру и грузно вышагивает по реке, требуя конфет и крови. Бейтесь за каждую победу в новом безумном режиме 5 на 5, да настало то самое время восстания тьмы. Тут комикс на английском. Особое событие. Леса содрогаются. Сезонный режим восстания тьмы возвращается. Зовите друзей, собирать сладости в состязании до 3 побед. Но не забывайте кормить Рошана. Так, собирайте тянучки, соответственно. Наполняйте ведро. Кормите чудищ. Это мы видели сладчайшие награды. Ну-ка. Игроки зарабатывают очки события как в обычных играх, так и в сезонном режиме. Каждый из 100 очков принесет одну из наград Рошана. Интересно, то есть не обязательно даже в режим играть. Так, курьер. Новая сахара. Шейдеры. То есть, типа, тени какие-то особенные на все. Варды. Крутые, кстати, котелки. Блин, что за дичь. И типа птица в клюве держит этот глазик. Жесть, красота. Комплекты сезонных нарядов. Два комплекта для 21 героя. Это, по-моему, не то, что в сундуке. Я не видел там этого. Курьер восстания тьмы. Эффект курьера. Для всех героев головы тыквенные. Мегаубийство, комментатор. Звуки и фразы. Эффект серии убийств. Жуткая дай 5. Случайный предмет набор. Обновленная сакра. То есть их две получается, что ли? Жетоны двойного рейтинга. Снова дали. Короче, это как, я не знаю, как полноценный боевой пропуск. Ну, получается так, что ли? Граффити. Восстание тьмы, эффект смерти. А, вот они все отдельно. А, эта штука, короче, она летать будет рядом с тобой. А, прикольно. Интерфейсы, эффекты, сокровища. Да, их реально две штуки получается. Только что в это непонятно. Малыш-призрак. Что за дичь?
Какой-то злой котик. Сколько же тут всякой шняги. Офигеть, крутой. Ну шо, а теперь самое время познакомиться с самим ивентом. Что тут, как, куда работает Восстание Тьмы. Обратите внимание на рисовку. По-моему, просто нереальная красота. Просто нереальная. Вам видно за мной? Да, видно. Все персонажи как-то вот, знаете, такая вот а-ля, я не знаю, даже не мультяшная, такая комиксовая рисовка. Так, что там у противника, чего у нас? Не, ну хз, конечно, снайпер, Тракса, Зевс, жестко, жестко. Так, сразу делаем все транквилы, наверное. Да. Я думаю, это самое оптимальное. Дается 1000 золота у нас, чтобы лишний раз на базу не бегать, не хилиться. Сразу скажу, это не первая попытка, потому что Тэчис банится. Тэчис банится одной кнопкой, то есть здесь нет там вероятности 50 на 50, там забанится, не забанится герой. Он просто как в турбо. Выбираешь на бан, значит он забанится. Вот такая красота. Такая красивая заставочка нам показывается в обязательном порядке. Ну шо, поехали? Шо, поехали? Так, сразу могу сказать, на Тэчисе лучше всего играть сверху. Потому что есть... Ну, давайте так, давайте издалека. Есть две линии, по которым ходят крипы. У этих крипов убиваешь, зарабатываешь с этого денежку, соответственно. Ну, да, местную валюту, это вот эти вот вкусняшки-тянучки, которые ты хочешь скормить после этого свою корзинку. Кроме того, на пятой, на третьей и на первой минуте здесь появляются чучела. Здесь и здесь. И вот этих чучела надо сломать, когда из них попадают эти самые тянучки в еще большем количестве. И плюс какая-то нейтральная шмотка. Соответственно, Тэчис, когда играет сверху, он эти вещи может спокойно зонить под себя и свою команду. Так, ну что, поехали. Тычкуемся поначалу. Фраги сами по себе здесь не значат ничего абсолютно, даже не слишком сильно бустят как-то по золоту, там, да, и так далее. Это просто вопрос того, что если у противника, вот, допустим, три ягодки, вот эти, давайте их так буду называть, а то что-то запутался уже, что здесь куда, то эти ягодки ты выбиваешь и забираешь себе. Если этого не делаешь, то он их приносит себе домой. Кстати, нет, уровень они получили раньше нас, получается, ФБ все-таки играет роль, ага. Это уже то, что даже я сам для себя не понимал. То есть деньги и опыт здесь крипов делятся между всеми, и с героев тоже делятся между всеми, соответственно. Хотя, возможно, они просто убили больше крипов. Я здесь не могу уверенно утверждать. Ах, не смог ласхит нанести. Гайз, гайз, гайз. Вот эту штучку надо контролить обязательно. Ладно, бегу сам. Бегу сам. Уровня не хватило, пока минки были слабые. Контест, контестит, контестит. Нет, как все плохо. Как же у нас все плохо, пока жесть. Они не стягиваются? Мои ребята не стягиваются, не помогают. Беда. Пока беда. В общем, вот эти все истории, их надо захватывать. Вы уже сами видели, эти конфеточки нападали противнику, соответственно. Когда носишь эти конфеты, то твое здоровье уменьшается. Вот у него на 18% оно уменьшено, 2% за одну штучку получается. Его в идеале убить, но килл-потенциал у нас отсутствующий. Поэтому нам не до этого. Мы тут такими делами не занимаемся. Еще из негативного, если ты просто добиваешь... крипасов, то не падает тебе ничего, ты не получаешь тянучки себе в руки сразу же, то есть тебе надо их подбирать с земли, а если ты ласхитишь с ручки, то они тебе сразу прилетают. Вот это я считаю, ну, неправильный момент, потому что очень плохо становится на Тэчисе это все дело делать. Пятый бы уровень поднять до третьей минуты. Не удалось. Но вот эта штука взрывается от этих минок. Оп. Видите, я почти ее зафармил. А вот у нас снизу беда. Снизу парни даже не близки. Потому чтобы это все как-то контестить.
Это я скинул. Хотя нет, клопа, он даже подошла. Не помогло. Очень хороший телешрак. Опять же, в этой истории с контролем. С контролем этих штучек. Пока отстаем. Отстаем сильно причем. Отстаем на 30 аж очков. Походу этот раунд точно не наш, но может парни еще... Подожди, тебя никто нажал. Минус портал получается. А что он тут делает? Ну слушайте, нас прям жарят. Хорошо. Угу. 20 у Зевса, 20. Нет, ну конечно. Добить бы хоть кого-то, телепортейшн там, куда-нибудь сюда. Ну сюда ТП жмакнет, Зевс просто 170 хп, 3 тычки, ну. 24 этих штуки. Ну почти, ну почти. Где все убили? Заберите, пожалуйста, кто-нибудь, это очень много. А где все, что с него должно было надропать-то, я не понял. Держи, держи. Пока у нас все ужасно. Пока у нас все ужасно, если честно. Ну, команда русскоязычная, посмотрим, может. Как-то еще скооперируемся. В боте бы забрать, парни. В боте сможете забрать? Нет? Нам камбэкать надо, или мы сейчас сольем. Я в топе зафармил, но надо еще в боте забрать обязательно у них. Ой-ой-ой, тут много. В боте, чучело, чучело, парни. Бьем, 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 чучело, быстрее. Да. 33 секунды. И сюда. В теории можем еще. В теории еще можем. Камбэкнуть немного. Относите все сразу, относите все сразу. Время, время, 15 секунд, парни. Телепорт на базу, у кого есть тянучки, и сразу хоть что-то отнести. Хоть какой-то минимум. Быстрее, быстрее, быстрее! Портал, портал, есть портал, нет у кого-то? Ах, не успели. Ладно, было близко. Ладно, было близко. Че он там пишет, ничего не понял. Я ж так ничего не пойму. Подожди, сообщение. Он звездочки написал? Окей, я понял. Интересный подход. Концептуальный, я бы сказал. Парни, я в топе минирую эту штуку. Старайтесь в боте контролировать, пожалуйста. Старайтесь в боте забирать чучело. Это прям супер важно. Так, отступаем. Я под транквилами все равно. У меня есть прям вообще мясо, конечно. Умирает. Плохо. Че, мне портал надо будет назад давать, интересно? Ха, спугнул. А, тролль, тролль, иди сюда, тролль, тролль. Парни, внизу, внизу. Фурион, папа, внизу заберите эту штуку. Мы в топе заберем с троллем. Быстрее, быстрее, быстрее. Фура, папа, вот. Тролль, кстати, хорошо эту штуку забирает. Я соберу все. Нет, не отвлекайся. Можешь мне скинуть, скинь мне. Ага. Там в боте. В боте не дали. Нам забрали, так, это я отнесу. Отстаем от них на десяточку пока. У Лишака 15, как-то бы смочь его забрать, на самом деле, хазан. Надо в боте экшен наворачивать.
Хорошо. Так, хочу здесь ставить. Побольше. Хочу здесь, да побольше. Я не понял, это что вообще такое. Рошан за мной. Две штучки хочет. Сейчас дадим. Дадим, не вопрос. Отлично, наш. Наш молодой. Здесь скинули. Пока никого не было, нет. Парни, 10 секунд, 10 секунд. Надо в боте забрать. В боте. В топе мины есть. Надо в боте забрать. Помогите нам в боте. Нужна хлопа в боте. Бьем, бьем, бьем. Не отвлекайся на них. Там мины я поставил. Иди сюда, тролль. В топе, за контроль ДК. Там у тебя мины есть на подмогу. Не должны тебе мешать сильно. Тролль, не умирай только, у тебя заряды. Скинь мне, скинь мне. Или Фуриону. Давай все Фуриону скинем. Фура, давай ты сам. У тебя портал есть и прочее. Отлично, хорошо, хорошо. Дай ему, ДК, ДК. Рошанчику отдай. Пойдет. Рабочая схема, нормально, работаем, пока работаем. У меня тут еще есть немножко, но ладно. Чего так надо воткнуть? Минута осталась. Осталась минута. Вот этого бы убить. У меня 5 секунд, когда 15-16 у него, вау. Он сейчас уйдет. Ну ладно, все, все, ушел. Ой, они прокляты. Парни, они прокляты, сейчас надо этот. Поддавить можно, поддавить. У них хп меньше. Прям фармите все на релаксе. Рошан идет 8 штучек ему надо от Фуриона. 8 штучек Рошанчику. Я отдам. А, супер. Так, парни, появляются сейчас эти. Внизу, внизу надо контролить. Я вверху заминировал. Внизу надо, внизу. Тоже лечу вниз. Пойдем. Отлично. Ломаем, ломаем. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Хорошо. Давай мне я прыгну отнесу. Давай, я тебя скинул. Молодцы, парни, молодцы. Работаем. Так, надо тикануть отсюда. Чё-то стремновато. Так, АТВ добил. Отсюда я ушел. Просто все. Относите, просто относите. Относите, скиньте все и уже выиграем. Скинь мне все, что есть. Так. Отдайте Рошану две штуки. Пипец потно на самом деле, нереально. Оп, не убили, хорошо. Нормально, молодцы, молодцы. Продолжаем также позиционку держать. Так, у нас крутой пик, почему? Тейчис позволяет зонить противников от пугал. Второе, у нас два супермобильных героя, которые могут относить эти самые минки. Что тоже очень круто. Чуть еще из глубин, окей, так и запишем. Так, что еще я понял? Смотрите, за два раунда опыт у всех фиксированный и максимальный. Сколько бы вы там что не убивали, это максимум влияет на ваш темп набора опыта по ходу отрезка раунда. Восьмой уровень для первого раунда максимальный, 14 для второго. И дальше я пока не запомнил.
Ладар. Мы так сделаем. Так, парни, 20 секунд до этой штуки. А ты где вообще? Зачем ты далеко-то? Надо в боте. Надо в боте. В боте. Отконтрольте чучело. В боте. Копа, копа, копа. Вот, вот, вот. Я в топе заберу. Фурион, помоги, пожалуйста, копе. Вообще все в бот дайте. Нет, свой такой не нужен. Давайте в боте заберите эту шнягу пока. ДК, тебе тоже туда стянуться на самом деле. Сможешь по-быстренькому как-то? А, нормально, молодцы, да, молодцы. Нормально, все, эту штуку я забираю. Отлично. Так, это скидываем. Это мне ДК скинул. Хорошо. Эти штуки мы отконтролили. Мана в секунду, да, маны явно не хватает. Что-то их тут многовато на самом деле. Еще кто-то? Просто бегает, пожирает. Парни, парни, смотрите кто. Что за гусь хрустальный? Нормально. Так, парни, 40 секунд. Контрольная отметка, 40 секунд до этих бочек. Мне нужна помощь в боте. Он вот так застрял. В смысле? Он так чисто крип зажал. Ё-моё! Не кормить, конечно, очень плохо. Заканчивается. Надо в топе что-то сделать. Ладно, сейчас, может, боти хотя бы заберем. Погнали. У нас плохая ситуация. ХП у всех мало. Он нажал эту шнягу. Я слышу, приготовь. В топе можем? Или они забирают? Они не забирают в топе, они в топе не забирают. Надо в топе, быстро, 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 парни. Я иду. Так, погоди, ты что от меня хочешь? На, держи. Так, здесь все нормально. Я туда нарал. Какое-то мясо там в боте происходит. Мне надо в топе снова восстанавливать. Тут 7 месяцев, я так понимаю, здесь пассивно они копятся, типа, даже если ты их не трогаешь особо. Сюда. Сюда лут. Так, Фурия, я тебе скинул, давай этот, отвези. О, вторая очень маленькая. Я туда кидаю? Кривовато, конечно, но вроде закинулось. Помогите. Ой-ой-ой, там что-то этого Фуриона не приняли. Офигеть. А можно без ветров, без замедлений? Больно. Но лишь Лиштарке какой-то очень жесткий тип на самом деле. По-хорошему какой-то нереально жесткий тип на Лиштарке. Байнулась квапа. Чё купить-то? О, лапки, это хорошо. Так, парни, 20 секунд до появления этой шняги. В боте кто-то один может, там в принципе мины есть. Надо в топе. Надо в топе себе вернуть территорию. Пойдем все в топ. Все в топ. Тролль пусть в боте забирает, только не умри на тролле. Тролль за тобой. Это вообще что такое было, я не понял. Ё-моё, больно. В воде взяли? Вроде да. Все надо собирать, 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 собирать. Нормально, нормально, мы ведем пока. Пока все четко.
Так, надо это скинуть, наверное. А, понял, хана нам. Когда он у тебя бежит вот в этот момент. Он даже останавливается такой, потом ждет. Типа, покорми меня, пожалуйста. Эмоционально, эмоционально. Накажем? Так, парни, надо просто сейчас не нафидить. А, все нормально, вроде бы видели, хорошо. Лапки, а что тут есть покруче? Есть что-то. Слайвер, кстати, прикольно. Макризис же дает, правильно? Слайвер это прикольно. Так, смотрите. На этом раунде максимальный уровень повышается. Максимальный уровень становится уже не что-то там, а целых 25. То есть берется 25. И поэтому надо в этот момент перестраиваться на удар с руки. Все-таки движение мин здесь очень мало что дает. Контролить все равно надо в фиксированных позициях. А за что деремся-то вообще, не понял. Парни, а за что деремся так далеко? Просто. Вы же их бустите, они раньше получат 25-й, чем мы. Нельзя умирать просто. В боте кто-то должен помочь. Смотрите, я минирую снова топ. Я топ вообще один заберу, скорее всего. Заберите в боте. Заберите в боте эту штуку. Я не представляю, эта игра настолько требовательна к коммуникации, просто нереально. Вот посмотрите, я просто офигеть как тут коммуницирую. Если бы не это, я не знаю, кому выиграли бы раунды. Может, конечно, просто, ну так, типа, не повезло с рангами какими-нибудь, не знаю, чисто с каким-то опытом игры в эту шнягу. Мне нужна помощь, Топи, когда вы в боте заберете, в деле кто-то, чтобы ТП дал быстренько. А хотя, не, отдаем, я думаю, просто. А, ушел, проверяйте. Больно. Взяли? Ну, взяли, ладно, пойдет, хорошо. Сложно. Ловкость, скорость передвижения, смоки. Кстати, прикольная штука на самом деле. Прикольная, кстати, штука на самом деле. Не знаю, линзу пока рано продавать по ощущениям. У тебя же есть дальний бой, мужик. Что вообще происходит? Так, всяких лишраков, всяких вот этих... Когда пойдет? Просто не знаю, сливается конфет, нет? Ну, ты же можешь остановить, это же channel. Ты можешь чуть-чуть слить и чуть оставить. Хорошая идет со второй. Я отдам. Во, смотри, клиент наш. А, мне стало дали. Парни, 30 секунд до этой шняги. Рошан хилпанул жестко. 20 секунд до этой шняги. Тролль, забери в боте, хорошо? Фурыч, просто сдай эту шнягу. Я тебе дал свои. А, накорми Рошана. Блин, за мной бежит Рошик. Подожди, отмени. Рошика накормите. Мне нечем. Так а чё ж ты все сбросил? Я ж тебе заранее сказал. У кого есть? Я не сбросил. В боте ломаем быстро, и Рошана кормим. Быстрее. Они очень... А, закинь Рошану. Очень много забрали они. Что поделать? Парни, трон падает. Дефать базу, срочно. Что вы там делаете, скажите? Что вы втроем делаете внизу просто? Нельзя их отпускать! Второго тоже, обязательно! И я назад! Сдать все это, сдать! Тролль, у тебя вообще по нулям просто. Смотрите! Сдай. Ага, нормас. Ха-ха-ха, 64!
плохая позиция. Дичь какая. Вот это они закинули, конечно, катку. Ё-моё, ну и камбэк. Погнали. Нормально, сейчас главное просто не нафидить. Самим не закинуть как-то сильно. Рошанчик за нами идет. Надо Рошанчику что-то сделать. 18 штук. 18. Давай, давай, кидайте ему все, что есть. Кидайте Рошану. Копите там, я не знаю. У меня нету. Я уйду -то от него. А, у нас Фурион пусть бегает от Рошана. Мы в это время фармим. Кто там от него бегает? Квапа, вот ты на Квапе нормально должен. Есть чем фидануть? Рошану кидайте все. Кидайте все Рошану. Мне нечего. Нормально, спейси. Тролль, тролль, ну отбой, ты что делаешь? Рошану же надо. Рошана накормите, чтобы мы не были лохпешные все. 4 осталось, ну ё-моё. Одна осталась, кинь сам, кинь сам, кинь сам. Да ты чё? Я кинул. Нормально, нормально. Мысли, я успел. Не, он нас пропил, видишь, ты умер. Так я ж кинул его. Ну не успел долететь его. Вот. Все, вроде нормально, парни. Вроде молодцы. Че, я все скинул уже, что ли? А почему так мало? Я же много зафармил вроде. Помогите. Да все, нормально. Все нормально, помогите. Оооо. Ну и пот! Тут просто режим для каких-то потных, я не знаю, задротов. Да, легкая была, парни, согласен. Если кто-то успел что-то понять, респект. Я хз. В общем, вот такая вот история. Но я думаю, все плюс-минус поняли, что тут происходит. Но тут тупо Тейчас и. Тупо Тейчас и координация. Макроигра в Dire Tide. Тейчас имба в новом режиме, я считаю. Солидно. Это было солидно. Так, нам залетел сундук. Price Trunk of the Dire Tide. Ну давай показывай, что тут у тебя. Это что вообще такое? Не понял. Это же какая-то отдельная еще фуфлыжная сокровищница. Фу. Я так хотел ту, где Тейчас дропает. А чем мне с этой-то делать? Ну и чё мне с этого Баланара? Подождите, как получать-то сокру, где... Вот эту, где брать сокру? Ноль сундуков. А где их брать? А где их брать-то? Требую разъяснений в комментариях, я что-то не понял немного. Я хочу здесь Тейчаса обязательно себе. Я готов донатить, но эта штука не позволяет просто донатить, она заставляет играть, но я сыграл. И где мой это самый? Василий Иванович. Наградный. Наградный Василий Иванович. Не до конца. Вопрос остался не раскрытым. Не до конца я все это изведал, исследовал. Очень круто, на мой взгляд, вот эти все текстуры в самом этом режиме. Очень круто. Да просто круто, там свое собственное макро, тоже это все увязано с дотой, по-разному это можно реализовывать, вон как парни к нам в Рошпит зашли. Если бы у них был условный Фурион, Фурион тоже имбаланс в этом режиме. Зашел, поворовал у здания противников, дал ТП к себе обратно, все слил. Ну короче, или за тобой бегает Рошан, вы его не кормите, ты просто летаешь от него по карте и все. Короче, крутая тема, мне понравился новый режимчик. Обязательно сыграю, наверное, даже на стримах буду играть периодически. Крутотня. Ну что, парни, пишите в комментариях, что думаете об этом режимчике, понравился ли он вам, и хотите ли вы видеть ролики по этому режиму. То есть, да, какие-нибудь, может, стратки пробовать, что-то еще реализовывать, потому что вроде как здесь есть простор для идей и их реализации. Ну что, на этом все, всем большое спасибо. Сегодня, кстати, Twitch разбанивается, сегодня я должен выйти на связь, если все пойдет по плану. Как обычно, вечером вроде часов в 7 там бан спадает. На этом все. Всем спасибо и всем пока.